Что-то вы совсем медленно катаетесь. Аханна у нас. Вот. Подождем. Махни, когда ехать. Ехать. Есть. Спасибо, что разрешил. Коряшку поймала.
Оно же как? Оно же, ну, есть же южный берег, есть северный. Так что мы двигаемся с юга на север. Мы до его южного берега не дошли. Понятно, что мы до них? А? А указателя нет? Да, он там деревья. Что там видишь, мало знает это. За деревьями оказаться здесь. Пойдем сюда. Собак-то ладно? Медведь? Ну, медведь живет. Если только сам на себя напитываешь, чтобы он, короче. С велосипедами. Как бы там земля, короче, она шатает. Вон вот там, здесь, короче, будет около берега прям. Саня, стой! Там это опасность. Переключатель это было. А, уже случилось. Значит, сразу это, плюхами на велосипед? Плохня, на слизах, короче. Да это я знаю. Да, я не помню, надо это. Место. Да. А, да что-то, вот.
И вообще было, я вот не помню, было ли что-то подобие пирса или не было, или сюда? Не, вообще место... Понятное дело. Мы тогда-то с Мишей ездили, ну, с Капралом. Ага. Он тогда это себе гидрокостюм купил, короче. И он здесь. Угу. Молодец! Мы норму выполнили! Вы видели, как в Америке собирался? Ферма целая. Так это, тут я в интернете находил, там чувака, короче. А, по телеку показывали. Какой-то чел решил там тоже клюкву на ферме выращивать. Типа, все на то, в разработке там все с унитом. Да, да, работает. Да. Это, хочет там плантации засевать. Круто.
Yeah.